Долгое время нас не воспринимали всерьез. Служба считалась уделом дураков, которые не смогли откосить. У нас была устаревшая техника и вооружение. В армии не учили воевать. Отныне все будет иначе. Поэтому вступайте в военно-патриотические клубы. 15 числа, день призывника, ждем вас в военкоматах Красноярского края. Спасибо. Вступай в ряды Вооруженных сил России.